Стенды, коллеги, друзья, идет по приглашению руководства университета. Пришел специально поздравить вас всех с наступившим 85-летием замечательным прославленным нашего техничного Алтайского университета, посмотреть, как вы учитесь, какие у вас настроения, чем вы дышите, поделиться с вами своими впечатлениями о жизни, проблемы, какие существуют сегодня. Прежде всего, познакомиться с вами. Я довольно-таки часто приезжаю в университет, как начинал свою жизнь в военной службе. И для меня, собственно, служить военным делом настоящим образом не лозунг, а действительно это была открытая книга моей жизненной истории. Проходил службу в Азовских войсках, Афганистан, Пскове, знаете, был начальником разведки, потом академия разведфак, ну дальше Прибалтика, Германия, и служба закончилась здесь, в Санкт-Петербурге. Я работал сначала в коммерции, а потом был призван в 2000 году в администрацию президента. И после администрации работал в «Газпроме», осваивал смежные профессии, уже связанные с экономикой. Потом администрация города, правительства, главы губернатора, 5 лет. И вот сейчас вот избран в прошлом году Государственной Думы. Осваиваю еще одну профессию законодателя. На самом деле это все интересно. Не всегда надо всему учиться, все пригодится. Но для того, чтобы эти знания не оставались только со мной, я готов всегда ими поделиться. В первую очередь с молодежью, которая будет определять нашу дальнейшую жизнь, когда мы уже станем не в состоянии управлять, а только можем поделиться своим опытом и посоветовать. Я рад тому, что вы учитесь именно в Балтийском университете техническом, потому что это кузница такая широкого профиля, и в первую очередь вы на стенде увидели, сколько много руководителей высшего ранга выпустились из стен. Желаю вам всем того же, учитесь добросовестно. На самом деле, хочу сказать, что сегодня нужны профессионалы. Вот не только корочка, закончил там такой-то университет, такой-то институт, вот у меня есть высшее образование, этого сегодня достаточно. Нужны знания. И на любом предприятии, в любой организации эти знания моментально проявляются. Сегодня знания востребованы. А так как вы в той области, которая составляет оплот и защиту нашего государства, а сегодня это крайне необходимо, ваши знания – это не ваше, даже не ваше личное состояние, это уже состояние всего государства. Поэтому помните о том, что вы несете ответственность за надежный щит нашей Родины. Еще раз успех вам в учебе, здоровья, а лучше занимайтесь спортом, это всегда помогает. Ну и хочу определение напомнить о том, что сегодня как раз начинается Великий пост. Те, кто
себя принадлежит православной христианской вере,